Внезапно ушла из жизни 73-летняя Ивана Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа. В молодости Ивана считалась невероятной красавицей. Но не только эффектная внешность привлекла Дональда, но и ее ум, целеустремленность и амбициозность. Ивана Мария Зельничкова появилась на свет в небольшом чехословацком городке Злин. Ивана проявляла успехи в лыжном спорте и, по ее словам, даже была запасной в чехословацкой лыжной команде на Олимпийских играх 1972 года, хотя позже представители Чехословацкого олимпийского комитета опровергали это заявление. Ивана мечтала уехать из Чехословакии и стать знаменитой моделью. Вероятно, единственным способом это сделать был фиктивный брак с австрийским инструктором по лыжным гонкам Альфредом Винкельмайером. Ивана перебралась в Канаду, где начала карьеру модели. В 1976 году она познакомилась с Дональдом Трампом, который был очарован ее красотой. Но красивых женщин вокруг него было много, а в Иване он увидел единомышленницу и достойную помощницу в вопросах бизнеса. В 1977 году Ивана и Дональд поженились. Они были красивой парой, вместе работали над проектами Трампа, часто посещали различные светские мероприятия и воспитывали троих прекрасных детей, Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Но в 1989 году сказке пришел конец. Ивана узнала о том, что муж за ее спиной встречается с молодой актрисой Марлой Мейплс. В 1992 году был оформлен развод. Ивана получила 14 миллионов долларов, 45-комнатный особняк и квартиру в Трамп-Плаза. После развода Ивана Трамп продолжила вести активную светскую жизнь, запустила собственную линию одежды, ювелирных изделий и косметики, написала несколько книг, в том числе автобиографию «Воспитывая Трампов». Она еще два раза выходила замуж, но эти браки были очень короткими. 14 июля 73-летняя Ивана Трамп была найдена в своем доме, обстоятельства случившегося еще уточняются. Дональд Трамп так прокомментировал кончину своей первой супруги.